Национальная библиотека Республики и СФФУ получили собрание сочинений Евгения Примакова. Десятитомники вручили сегодня в Доме дружбы народов имени Кулаковского. Евгений Примаков – известный российский государственный и политический деятель, ученый, востоковед, экономист. Он возглавлял службу внешней разведки страны, занимал должность председателя правительства России и 10 лет являлся президентом Торгово-промышленной палаты. В июне прошлого года его не стало. Наследие общественно-политического деятеля вышло под редакцией Торгово-промышленной палаты России и членов семьи Евгения Васильевича. Примаков – это не просто политик, это не просто общественный деятель. Он всегда был и наставником, и другом, и верным семьянином. Мы бы хотели, чтобы вот это вот собрание сочинений, которое будет сегодня передано главе республики, Национальной библиотеке, университету,